Доброе утро, девочки. Я сейчас встала, готовлюсь к этому дню. Решила сразу начать с кожи. Видите, повысыпала трошечки. Сейчас буду делать такую штуку. Сначала буду пользоваться скрабом, моим любимым, Planet Spa. Потом вот такую коллоидовую маску от Sein. Я же, видите, одну добила. Она убирает вот эти все прыщички и покраснение. А потом буду убираться. Скраб я делаю сюда на увлажненную кожу водичкой, чтобы ее не поранить. У меня такой классный скраб. После него кожа приобретает другой вид. Он у меня на основе глины с чаем зеленым. Я обожаю эту фирму Planet Spa. Всегда только ей пользуюсь. У меня других скрабов для лица вообще нету. Я сейчас заметила такой факт, что бьюти-процедуры меня успокаивают и поднимают мне настроение. Поэтому надо делать это все намного чаще. Такой я недосмурфик. И когда начинает подсыхать уже, можно идти смывать. Я смыла. Уже вижу, как кожа у меня преобразилась. Эта масочка уже закончилась, поэтому я ее немножко вот так сбоку надрезаю, чтобы она не подсыхала. И тут еще очень много. И надо ее выдавить каким-то образом оттуда. Может, придется и полностью достать. О! И смазываю те области, где я хочу, чтобы мне не было прыщей. Вот эта часть вообще практически идеальна, не без высыпания. Здесь что-то меня обсыпало. Наверное, спать начала больше сейчас с этой стороны. И понесло. Надо наволочку чаще менять. Вообще эту штучку надо тонким слоем наносить, чтобы она работала. У меня сегодня танцы. Должна была быть баня, но я не хочу идти. Я пойду со своей коллегой погуляю по городу. И приду домой, буду отдыхать. Не хочу сегодня тусоваться ни с кем. Что-то у меня сегодня такой chill day. Да, надо все-таки открыть упаковку эту. Ох, тут еще он сколько. Еще на два раза, блин, хватит. Я люблю намазать пожирнее. Чтобы эффект был получше. Сейчас вот сижу и понимаю такой факт, что я теперь мытье волос подстраиваю под занятия в спортзале и танцы, поскольку не хочется вымыть волосы, а потом ходить и пачкать их потом на занятиях. И сегодня бы хорошо помыть волосы, но у меня сегодня танцы, а завтра спортзал. Но я, наверное, вечером сегодня все-таки волосы вымою, потому что я знаю, что буду потеть на танцах сильно. Вот. Пока сухой шампунь меня спасет. Я, конечно, знаю, что я его неправильно использую, но тем не менее. Пока ходим в шапках, это не так критично. О, вот с такой прической сегодня буду ходить. Кстати, хотела сказать по поводу электроэпиляции. Была я недавно на электроэпиляции подмышек в нужный день календаря. Было не так больно, конечно, и комфортнее, но все равно на следующий раз мы уже решили сделать все с обезболом. Мне вот девочка дала обезбол на следующий раз, и это будет намного комфортнее. И в другой зоне я уже вижу, где волосы не растут, это меня очень вдохновляет. Хотя мы сделали только две процедуры, то есть каждый раз там количество времени будет уменьшаться, и количество волос, которые не будут расти, больше увеличиваться. Я очень-очень рада этому. Вот, это очень вдохновляет. Все, можно снимать маску и увлажнять кожу. Так вот столько времени, чтобы вы понимали, мне где-то в 2 часа надо выходить, потому что сегодня хотим поздравить руководительницу по танцам, надо купить цветы. А еще надо выбрать, в чем пойти.
Мне было жарко, мне было удобно и мне нравилось. Я, наверное, блин, не знаю, чем пойти. Хочу что-то с рукавами однозначно, потому что у нас такой танец, там, где должны быть руки. Присутствует. Я, наверное, одену бодик. У меня есть красивый бодик где-то здесь. Все-таки его. О, не он. Короче, какие-то лосины надо к нему выбрать. В общем, или этот бодик, и эти штаны. Я не знаю. Потому что было удобно у них. Но бодик сюда как-то не очень подходит. Пришла, уже иду на танцы. Сейчас мне надо зайти купить букетик нашей руководительницы. За что я люблю весну на своей улице? Это за то, что когда теплеет, все вылазят гулять именно на нашу улицу, потому что она протяжная, длинная. Здесь красиво. И идешь как будто в центре. А еще неудобно снимать ложики, потому что нахрена люди все смотрят. Я сегодня без шапки, хотя у нас 6 градусов, холодновато. Но с собой взяла ее, после танцев надену, раз и не захотела. Очки, потому что солнышко небольшое. Все красиво. Небо такое яркое. Куча машин, куча людей. Я вообще в выходные себя не узнаю. Даже не хочется стыкаться. Я уже тренила, успела уже встретиться со знакомым. Постояли. Шаурму поели. Сейчас иду на работу. Хочу с сотрудницей, с коллегой погулять после. Втроем пойдем погуляем. Очень холодно на улице, просто жесть. И я еще в очках, но шапку с собой взяла. Все окей. Вышли с Авроры, но я уже с девочкой, с другой. Со своей. Тебя. Я не буду тебя называть бывшей коллежанкой. Нынешняя коллежанка будущая. Она у нас. Кому придет? Это в ложек, я пишу. Вот. Жон потратила все деньги мира. Несу сумку целую, покажу, кстати, что я купила. По улице тут куча кафешечек у нас. Реклама. У них, кстати, очень вкусная пицца, кто смотрит с нашего города. Вот. И на улице очень прикольно. Все, я бегу наконец-то домой. Жена общалась, замерзла. Хочу есть, хочу отдыхать. Сейчас, наверное, распакую бомбочку для ванны. У меня есть бомбочка, я купила ее. И лягу и расслаблюсь. У меня сегодня какая-то была такая спешка, как будто я куда-то не успеваю, мне завтра на работу. А у меня завтра выходной. Сейчас приду домой, наконец-то покажу вам, что я купила. Свои покупочки. Кстати, давно у меня не было такого вставки такой. Я помню, раньше снималась, шоу покупали. Надо возобновлять эту традицию. Сейчас пообщалась, как-то аж легче стало мне. Все-таки я человек, с которым нужно больше общаться. На улице около 5, может, 4 градусов. Но так жутко холодно. Я прям не могу. Так хочется в теплый костюмчик запрыгнуть. Я сейчас в джинсах и в кроссовках. Короче, весна к нам еще не хочет приходить, но спасибо, что сейчас у нас снега нет. У нас сухо. Вообще классно. Уже людей почти нет, только собачники повылазили. Так что все, бежала домой. Ну что, девочки и мальчики, давайте строим распаковку. Первое, что покажу. Мама попросила, она мне заказала биотин. Это для волос, ногтей, кожи, витаминки. И скинренчик взяла. Это для прыщей. Классная штука. Самое интересное находится тут. Тут немного всего, но оно есть. Первое же купила, покажу. Это трусы. Спортзал реально нормальный. Нет нормальных удобных плавок, чтобы ходить. Все они какие-то странные. Купила вот такие.
Не знаю, что вообще первый раз беру в Еве, ой, в Авроре такое белье. Ну, посмотрим, что это из этого выйдет. Носочки всегда беру мужские, потому что они правильные, они большие, и ножка в них не сжимается. Обычно носочки. Тимке взяла вот такую палочку побаловаться. Набор резиночек взяла. Всегда беру там и использую постоянно. Это мне мой знакомый, с которым я сегодня виделась, преподнес вот такие салфеточки для снятия макияжа. Очень классная вещь. Кстати, в фармасе. В магазинчике купила снеки вот такие куриные с вкусом бекона. Обожаю такое. Йогуртик взяла. Что там у меня еще? Это не доетая шаурма. Все. Это все, что я купила, получается. Тут у меня осталась только форма, да? Вот такие у меня сегодня были покупки. Сделала себе покушать, подогрела. Сейчас буду есть. Бетинчик выпью. С пепси и чаек сделаю потом. И пойду принимать ванну наконец-то и греться. Кстати, белье из Авроры, вот эти розовые плавочки, обалденнейшие. Я завтра зайду обязательно и куплю еще. Мне очень понравились, они с разной расцветки. Прям супер. Девочки, мальчики, купила вот такие ништячки у нас в магазине местном. Они со вкусом бекона, вяленые, такие вкусные. Я покупаю в другом магазине такие же джерки, но они не такие вкусные и стоят дороже. Вообще вкус. Хибочечка моя, я не могу. Это у нас называется ленивые горбульки. Ну давай, погоняй. Покажи подписчикам, как ты умеешь. Ох, и батон, я не могу. Что это за батон? Ох, и батончик. Кстати, я вам не показала. Я достала свою гитару. У меня кот гитару боится. И поменял мне знакомый на ней струны. Нейлоновые. Это классическая гитара. И мне пришлось даже снять ногти. Ну, я как не из-за гитары их сняла, просто надоело. Теперь у меня вот такой короткий маникюр всегда. И удобно играть на гитаре. Правда, я еще игрок такой не очень уверенный. У меня бывает соскальзывают руки с гитары. Но, тем не менее, учусь по чуть-чуть. Еще одну не доучила еще. Да блин. Дальше еще не научила. Вот. Ну, короче, как-то так. Очень интересно играть. И жалко, что я плохо запоминаю аккорды. Еще пальцы по грифу не перестраиваются так, как бы хотелось. Быстро. Вот такую бомбочку купила. Очень вкусно пахнет. Сейчас будем растворять. Вот эта же фирма есть вот такая пена. Вот такой гель душа, который также является пеной для ванны. Пена. Бомбочку еще не растворяла. Смотрите, какая она огромная. Пахнет. Офигенно.
такая тяжелая, что она даже не всплывает.